Всем привет, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня у нас будет интересный, но такой, знаете, не напряжный видосик, как раз вовремя. Буквально вчера я закончил свой новогодний сезон рубрики «Железный Грим». Как я и обещал, мы подарили собранный нами компьютер ребенку. Если, кстати, все еще не смотрели этот видос, то ссылка будет в описании и прямо сейчас в правом верхнем углу. Не забудьте поддержать его лайком. А сегодня мы будем смотреть, ребята, мой новогодний путь. Разработчики наконец-то добавили этот функционал. Я, если помните, еще где-то, наверное, год назад или, может быть, чуть меньше вам рассказывал о том, что в скором времени это появится. Вот в такой вот довольно интересной игровой форме разработчики хотят рассказать каждому из игроков о том, через что он прошел. Там был, по-моему, первоначальный вариант за все время. Тут, я так понимаю, видимо, за год только. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, если что, в описании также будет ссылка на вот именно вот эту вот штуку. То есть, если вы хотите также все это дело пройти, то можете это запросто сделать. Заработай голду для World of Tanks, выполняя несложные задания на своем мобильном устройстве. А также не забудь ввести специальный промокод. Вся информация в описании. Поехали. Так, давайте глянем. Ну, первый взгляд, на самом деле, сразу же весьма приковывается детализированной моделькой танка. Я бы сказал, что выглядит лучше, чем это было на вот этой вот демо-версии, которую они выкатывали тогда, вот год назад. Тут все-таки танчик выглядит почти как настоящий, неплохо. Далее, нам пишут, что новогодний путь 2019 у Грим Оптимиста, то есть у меня. Привет, год промчался на всех парах, хочешь узнать, каким он был в World of Tanks? Заводи танк Projetta M40 Mod 65 и засвети все самые яркие моменты. Видимо, этот танк здесь по причине того, что я на нем играл довольно много. Давайте посмотрим. О, тут, кстати, да, можно поворачивать, можно влево-вправо там ездить, то есть, ну, озвучки, кстати, похоже, нету, что-то я как-то это не слышу. Три раза был зажарен экипаж, как гусь, а, нет, танк был зажарен, три раза? А, в смысле, это сгорел, я прямо сгорел, видимо, до, грубо говоря, до уничтожения. Три раза всего за год, блин, да, это, видимо, автоматический огнетушитель спасает, ребята. Я, честно говоря, думал, что-то мне казалось, что побольше раз я сгорел. Давайте курсор, кстати, уберем. Ладно, поехали дальше. Что у нас тут? Я не знаю, может быть, ребят, просто звук у меня почему-то не отображается. По-моему, он раньше был. Ну, ладно, я наложу какую-нибудь веселую музычку, будет нормально. Два раза я пробовал летать и разбился за год. Ну, я, ребят, за этот год, на самом деле, не так много играл в танки, у меня были перерывы, у меня на канале было очень много видосов не по танкам, были обзоры игр, была целая серия сезонов видосов про компьютеры, я думаю, многие смотрели, да, вот «Железный Грим», там, где мы собирали дешевые компы, там, для танков и для всего, дарили. Короче, я много занимался чем, кроме World of Tanks, поэтому не так много провел в этом году в этой игре. Чего вам всем желаю, только разработчикам не говорите, а то меня забанят. Что-то как-то он едет так странно. Я вот сейчас вправо нажимаю, и все равно он как-то... Как-то его все заносит в какую-то сторону, вообще не понимаю. 181 член экипажа оглушил новогодним салютом. Что-то мало на самом деле как-то. Типа это оглушение экипажа столько всего было? Хм, любопытно. Так, хорошо, посмотрим дальше. Что-то у меня колпак как-то некрасиво висит. Давайте повесим это. Покрасивее. Во, стемнело... 558 противника засветил всего лишь? Что-то вообще не знаю. Мне кажется, она чуть неправильно работает. Больно мало. 9 башен я снес, но это взрывом БК. Ну, прям что-то совсем слабо, не знаю. Я неужели настолько мало играл в танки нынче? Один раз я утонул. Кстати, не помню этого, если честно. Хорошо. Почему танк... Ребят, я вот сейчас нажимаю чисто W. Просто W, у меня танк, а, он как-то сам, типа, я пытаюсь рулить им еще, объезжать, а оказывается он сам, ребята, объезжает всю эту фигню вот так вот, а я еще пытаюсь подруливать и думаю, что меня в противоположную сторону-то разворачивает. Окей, 612 врагов запек с корочкой. Че, столько врагов, это именно я, типа, поджег, типа, да, столько, наверное, или уничтожил, не совсем понятно. Просто вот поймите тоже, не совсем понятна вот эта формулировка, типа... Запек с корочкой и так далее. Что они под этим, черт возьми, имеют в виду? Непонятно. Ладно, окей. 602 боя, ребята, прикиньте. Я... Нет, ну это что-то бред, ребята. Это не может быть. Я не мог 602 боя откатать. Что-то больно мало уж. 1500, мне казалось, 2. Ну, хотя хрен его знает. Может быть, реально. Не знаю. Я реально в этом году мало играл в танки.
В основном только на стримах. 1432 дерева я свалил, блин. Ну, надо сказать, ребята, оформлено все довольно неплохо так. 5 раз был протаранен. Помни, танк не снеговик. Причем тут снеговик, не совсем понятно. Блин, я бы хотел за всю историю посмотреть такую вот штуку. Мне как-то, ну, за год, во-первых, говорю, у меня год был в плане танков, ну, как вы поняли, ненасыщенный, да? Во-вторых, как-то мне интересно было бы реально за год посмотреть. А так что-то как-то ни о чем. 7000 снарядов я раздал на орехи. Окей. Okay. 71% попаданий у меня за год. Ну, это неплохо, на самом деле. Еще все, что ли? О, подарок. Ну-ка. Отлично, ребята. Так, это что у нас за подарок? Так, меня перекинуло сюда. Так, ребят, сейчас я зайду прямо в клиент, и мне интересно, что там за подарок. Прям любопытно. Честно говоря, я не особо понял, что это за подарок. Коробка, что ли? Вот это вот одна малая коробка. Это просто я ничего больше не нашел. Вот реально, я не знаю, что еще может быть тут. Это золото с рефералов. Это не имеет отношения. Довольствие. Все, ну реально, вот одна коробка. Они дали одну малую коробку за это. Ну, пятого уровня игрушку дали. Ну, неплохо выпало, надо сказать. Но, блин, что-то как-то совсем скудно, ребят. Типа, иди в ангар, забери свой подарок, одну коробку малую. Могли бы и большую коробку подарить. Ну, серьезно, одну что, блин, не знаю, не разорились бы уж. Как-то 110 рублей всего стоит, по сути. Блин, я расстроен. Вот, блин, я думал сейчас вот реально у меня была такая мысль, что вдруг реально большую коробку подарят. Вот это было бы офигенно вообще просто. Это, я бы сказал, вот прям сейчас бы там просто дифирамб бы пел в ВГ. Говорил бы, что вообще красавцы, просто молодцы, все такое, но... Не знаю, возможно, ребят, что-то еще я просто не заметил, не знаю. Напишите в комментариях, если вы знаете, но, по-моему, как бы нифига. В принципе, на этом все. Я оставлю, ребят, еще раз повторюсь, ссылку в описании на эту штуку. Обязательно пройдите, да, все-таки, ну, во-первых, одна коробка малая тоже не помешает. Во-вторых, ну, посмотрите хоть что, да как вы могли заметить, у меня мало очень было в танке наиграно. Вот, не забудьте, друзья, поддержать видосик, о котором я вам говорил, лайком. Ссылка на него также в описании. Вот, не забудьте здесь поставить лайк, не забудьте написать здесь свой комментарий. И не забудьте подписаться, конечно же, на канал. Вот, в скором времени будет видосик гораздо уже более серьезный. Я сейчас над ним работаю, но на него тоже времени надо порядочно. Поэтому ждите, все будет. Давайте, друзья, всем до скорого и всем пока.